Всем хай, с вами Рейвин. Сегодня у нас задача притомить сумчатого льва Прайм по заказику комментов. И еще, я думаю, надо притомить две бионик Гиги. Я их хочу спарить на дальнейших боссов, чтоб их убивать и так далее. И если пойдет, еще буду искать, конечно же, Гиго. Арморит Гигантозаурус — это очень редкая штучка, но я хочу его найти. Также у нас есть именно на Мека, Энфорцера, Пегаса, кажется, и Птерчика тоже. И у нас вот эволюция Карна — это Аллозаврики-Хуяврики. Вот такие вот Аллозаврики. Так, у нас 35 динаич надо. Ну блин, ну ладно, потом закину Прайма. Сделаем их обязательно. Блин, ну да, короче, тамим сумчатого льва, бионик гиг, постараемся вывести это, получить их, попроизвать и так далее. И будем готовиться, конечно, на дальнейших боссов. А сейчас я беру праймчик. Прайм. Вот он у меня есть. И пойду, конечно, искать. Ой, а че я это весь взял? Мне не нужен весь. Беру свой волшебный пятерчик. Где он? Ой, это пингвин. Пингвин, блин. Так, и пойду, конечно, искать сумчатого льва Прайм. Сейчас найдем его быренько, думаю. В секвоечке где-нибудь. И там же сразу притамим. Опа, нашел, наконец-то. Так, 135 уровень. Берем, не глядя. И летим куда-нибудь. Давайте на базу подлетим. И там мы уже его притомим. База у нас тут где-то недалеко. Или далеко. Блять, она далеко, оказывается. Ну ладно. О, на летающих островах. Вот там мы и будем его томить. Там безопасно. Никого нет. Спокойно, красиво. Так что давайте посмотрим, что у него по торпорчику. Торпорчик понемножку поднимается, конечно, так как мы его держим в лапах. Но совсем мало. Два укусика и все, и он уже уснет. Прайм тело Калео. И еще укусик. И все. И он уже спит, считайте. Во. Оп. Хорошенький наш. Идеальный птер. Птер просто бомбезный. Так, кидаем 5 кусочков. Думаю, хватит ему. Ой, тут даже двух хватит. Так. Сука, сожрал последнего, да? Ох ты, пиздюк, недоделка. Ох ты, какой маленький. Маленький негодяй-то, а? Ну все, пошли домой. Тогда. Пошли домой. Будем готовиться к бионе Гига. Томить. О, а его можно просто так управлять. О, какой... Котик, хуётик. Я уже забыл, как на нём. Нифига, он огромный, если честно. Так, оп, надо это здание снести просто. А то оно как-то не в тему, если честно. Вот так, ой. Тихо, игра. Так, чем мы тут дамажим? 5000. Ну, не сказал бы, что очень много. Так оно ничего не делает. Ну, кричит, конечно, как обычный. ХПшки не особо, урон тоже не особо. В общем, вот такой вот у нас сумчатый левчик. Также и к ему также есть имя. Сразу в конце видео будем давать имя. Вот так вот. А сейчас пусть постоит тут. Эй, ну не надо так делать, не надо. Спасибо. Отпустил. Так, птерчика убираем с телепортика, чтобы он потом нам не мешался обязательно. Вот тут вот так вот красиво припаркуем. И пошли посмотрим, что нам надо, чтобы призвать бионик Гигу. И тут должно быть у нас... Ой, блин. Так. Боссу, кажется, так. И нам нужно босс-суммонер скрафтить. И тут его поставим, посмотрим, что нам нужно, чтобы призвать эту гигушку.
Давайте вот сюда вот впихнем. О, вот такое будет. Так, Матрикс, 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 and Босс, Operation Босс. Тут есть Ancient, всякие. Ну, мы вызывали Ancient. Darkstar Matrix and Boss. And Boss и мы, конечно, сейчас не сможем. Тут фигня. Immortal. Immortal это не то. Другие атрибуты. Back on Overlord. Не знаю, что это такое. Вот, Bionic Giga. И тут нам надо совсем-то ничего. А, артефакты ебаные нужны по одной штуке. Сейчас мы это сделаем, конечно. Берем, возьмем по 5 сердечек, да? А, я так не могу, да? Я не могу туда. Так, у нас тут мод. Мод. 5 сердечек берем. Давай побольше немножко, чтобы его попризывать. И там... Боюсь, соврачу еще там надо. Электроники надо явно. Кажется, плавленый металл нужен. Так, тут нету. Ресов-то есть. Плавленый металл. Вот столько хватит. И что еще там? Полимер, кажется, да? Полимер. Где-то было у меня полимер такого. Так, полимерчика взяли. Давай еще посмотрим. Чтоб точно знать. И артефакты, да. Нужны еще артефакты. Тут должно быть арты. Вот. Сейф с артами. У нас есть вот такие вот три разные артефакта. Все, мы готовы. Сейчас тек, берем вот эту штуку. Ой, босс. И крафтим каких три штучки. А то их, кажется, может сломать это Bionic Giga. Быренько вот тут вот скрафчиваем. Так, это выкинем, это выкинем, это выкинем, это выкинем. А Bionic Giga на чем тамится-то? Наверное, будет на вот этих вот штуках. Ну, хотя бы я попробую. Киблы обратно. А хотя, давайте все киблы возьмем. Я не знаю просто, на чем она тамится. И берем, кого мы берем. Хилки у нас есть. Ну, наверняка будем брать обезьянку. Она устойчивей. Все же, как-никак. Как-никак устойчивей. Так. Ну, пожалуйста, но. Ну, выйди, а. Ладно. Так, телепортик. Телепортик. Тут есть телепортов полно. Жести кости не ходить к зиме. Хуяримся сразу к зиме. Там где-нибудь построим эту призывалочку. Так. Ну вот, прям вот этом в городке, наверное. Так, ничего опасного тут нету. Кроме барашек. Эй, барашек опасный. Ага, сейчас. Прям барашек и опасен, блин. Так, давай, Арген, иди сюда. Блин, я молока не взял. Ну ладно, посмотрим, может без молока мы даже выживем. Текст. Так, вот это вот делаем. Ставим сюда. Кидаем все сюда. И Outkir. Так, Bionic Giga. Призываем. Остальное забираем. На всякий. Пожарный. И она должна тут где-то появиться. При убийстве ее, короче, есть шанс, что появится, типа, простая Bionic Giga, которую можно томить. Ну, версия утомления Bionic Giga. И там уже тогда и будем лететь на базу, брать птерчика и ее усыплять. Как-то так. А если птерчиком не получится? Блять, я не подумал. Так, вот она у нас. Bionic Giga. Чё там у тебя? Ой, да как дохуя всего. Нихуя, ты тоже дохуя бьешь, оказывается. А чё у тебя? По ХП просто нету этой колоски. А, нормально, идет по чуть-чуть. Так, вот эта наша призывалочка жива.
Нас она не дамажит, это самое главное. Давай мы ее как-нибудь запихнем куда-нибудь, а? Нет, нихера не получится. Ну, в общем, хотя бы так бьем по чуть-чуть. Мы отхиливаться можем. Вполне у нас хилочек есть полно. Так. Давай, давай. Я хочу таких двух притомить. Типа их спарить. И там будет очень мощная зверушка, типа, получится. Ну, мы это, конечно, все проверим, прощупаем. Я еще хочу индоминус рекс спарить, проверить также. А в конце концов вырастет этого лозаврика сейчас, который там потом не знаю, что пойдет. Там какой-то конечной стадии, типа, должно быть, по идее, очень мощная. И хочу найти Armored Giga. Она, типа, спавнится при убийстве Prime Gig. А это, блин, я уже дня два где-то точно убиваю подряд всех Prime. И у меня пока что все очень плачевно получается. Так, она уже вся кровишка. Так. Изученная техонграмма элемент Tech Rifle. Смотрите, она не появилась. И 49... Ой, короче, у нас сейчас обломчик получается, да? Нет бионегии. Блять. Ладно, давай второй варик. О, Futuris Orb. Тутем бионегика. Во, вот этим вот тамится. Все понятно, короче. Тамится вот этими. Давай пробуем еще разочек. Это все мы заберем, конечно же. Нефиг там держать. А то этот может сломаться. И будем пытать счастье второй раз. У меня три артефакта. Надеюсь, хватит. Может, повезет со второго раза. Кто там знает. Ох, давай, призывайся. И этот раз уже я, наверное, чутка обрежу. Чтоб это, не тянуть время. Ну. Давай. Призывайся. Что-то оно долго. Вот, появилась еще одна. И... Ну, точно также мы, походу. А нет, это сильнее кусает. Смотрите, по 29 тысяч. Там была по 25 стабильно. А это по 29. Нихера себе. Вот это да, вот это мне больше нравится. Так что надеемся, что появится что-то вкусненькое. Ну вот, она уже вся в кровишке. Посмотрим, появится в этот раз. Давай. Появись. А ты слышал, она появляется только в зимке, чертова. И нихуя, что ли? Да ладно, блин. Я не понимаю. Давай третий раз мы перенесем эту штуку куда-нибудь в другое место. Там, где... Видел, что такая есть, типа. Ну, тоже призывалочка стоит. Где-то вот тут вот за горой. Была. Хотя бы, по крайней мере, вот она, кстати. Но тут Enforcer. Альфонсер. 175-й. Как всегда убогий. Наверняка вот тут его вставлю. Все, думаю, никто сейчас не обидится. Так. И... У нас есть, хватает всего. Я надеюсь, да. Да, у нас хватает. Потом у нас не хватит артефакта. Но это можно получить. Сбегать на базу и получить этот артефакт. Блин, 2 гиги и... Нету у нас нормальной приручаемой версии. Это меня немножко печалит. Блеха. Не нравится мне это. Не нравится. Что там ходит? А, хорошо. Давай, уже, призывайся. Так, 600. Также посмотрим, сколько сейчас это бьет. 25, это опять послабее. Ну давай, попробуем тебя запихнуть. Ну вот, и это уже в кровище. Сейчас сдохнуть должна, по идее. Иногда я по ней не попадаю. Давай. Так, вот, мало осталось. Ярь. Тик. Может же в кровище полнище. Давай. Сколько там вообще тебе осталось?
конец. Бля, да. Все, добили. Это шимпанзе, бля. Заебись, где Бионик Гига? Я уже 3 призвал. Или это мне так нахуй не прет? Ладно, сейчас я набавлю за артефактами и буду пробовать до тех пор, пока я ее, короче, не призываю. Не появится она мне, короче. В итоге у нас только 2 артефакта. И 2 попытки пока что. Если что, пойду заберу. Тут есть телепортик на артефакт сразу. И будем там уже как бы смотреть сразу. Так, давай, появись. Я надеюсь, сейчас появится. Уже 3 убили и не появилось. Это обидно. Че так? Там, блин, ресы-то уходит. Хотя ресы не особо-то большие. Там хранилище Бионик Гиги, блин. Блин, ну пофиг. Ладно, так уж и быть. Пофиг. Что тут падает хорошее? Ничего хорошего. Вот она появилась. Осколки, конечно, заберем. А, это вообще слабо бьет. Но это пиздец. Я надеюсь, у тебя хп дохуя. А у тебя хп дохуя еще, походу. Ну. Блин, будем ковырять. Так, убил. И толку. Нихуя, блин, да заебало. Может, я не то призываю? Не, ну бляха, то призываю. Тут, кстати, я где-то видел призыв какой-то другой. Может, я точно не то? Но тут, блин, эндовый босс. Тут хардкорный, типа. Тут есть так, Олдхер. Бионик Гига, гардмод. Давай его толк попробуем. Пуль. Чё она нам пизды так даст, что мама не горюй. Но хардмод. Мы уже сколько убили? 4 гиги и ни одной. Мы попробуем хардмодовскую убить. Может, с нее появится сразу. Сейчас посмотрим, сколько у нее там хп, здоровья и так далее. Насколько она жестокая будет. И как долго ее ковырять придется. 600 уровень также. Ничего особенного, если честно. Только по 47 косарей хуярит. Я ее луплю только 15. Вы, блядь, издеваетесь. Это же, блин, веки вечные. Биться придется. О, ребята, это меня надолго. Так что... Ах, пиздец. Бля, я уже заебался ее хуярить. 6 миллионов хп, по 17 тысяч, вы представляете? Осталось вот уже с чего-ничего, блин, там 100 с чем-то было, кажется. Все, мы ее доколупали. Где, блядь, Бионик Гига? О, мистер элемент какой-то. Ладно, пусть будет. Не, это, короче, конкретный хуевый рандом. Не, ну серьезно, блин. Сколько я их уебанул сейчас? 5-я была. Еще хардкорная, блин. Ну я не знаю, короче. Сейчас пытаюсь еще одну вызывать простую, потом за артами пойду бегать. Покажу телепортик, где они находятся. Так, Олдхер. Так, а, ну у меня арта не хватает. Ладненько, сейчас погодите. Вот так вот берем телепортик. Хуяк. Тут вот где-то есть арт. Артефакты, вот чей-то телепортик. Давай сейчас бегаем. Забираем артефакты 2. И все. И дальше убиваем. Вот так по красоте все будет. О, стая артефакт. И еще один стая, блять, не могу забрать, сука. О, желтый лучик. Давай поглядим, что у меня в нем хотя бы. Вот такая пещерка аберрационная прям вся. Но тут никого, походу, нет, а? И... хуйня полная.
Ладно. Так. Побежали обратно. Так, это будет вот так. Вот. Вот. Бежим обратно. Вызывать еще одну. Еще одну. Еще одну бионигигу. Хотя по одну, блин, сегодня на серию я притомлю или нет, мне интересно. Но я все равно не остановлюсь, пока не притомлю двух. То если что, будет одна на серии. Но вторую я тогда за кадром сделаю. Испарю их так, прям сразу. Вот так вот. Я надеюсь. Уже пятая или шестая. Я уже потерял, короче, счет. Какая у нас уже это. И все уже. Все, пиндец. Не, шестая вроде. Да, чуть-чуть. Да, шестая Бионигига будет. И неужели, блин, вообще не вызовется? Да иди нахер отсюда, топаешь. Ну, привет, Бионик. Нихуя себе. Тоже влепила мне сейчас нормально. Но она слабее, я бы сказал. Ну блин, ну и колупать столько, блин, не придется как тут. Аж глаза слепались, блин, смотреть на хпшку в одну точку, блин. Когда же уже? Ну простые гиги-то тут спавнится. Давай лестницам бы это. Вот тут интересная система спавнов, конечно. Это самое идеальное, конечно, в модах. Например, вот это в моде, это самая идеальная система спавнов. Тут убиваешь поменьше, и есть шанс, что появится побольше динос. Это просто идеальная система. Вот такая вот красотенька. Ну во, кровища пошла. Сейчас она сдохнет уже. Тик, давай, давай. Мало, еще удар. Еще. Давай, еще, еще. Я тебя захуярю, блин. Давай, все. Где моя Бионигига? Вот, седьмая. И опять фига с маслом. Нет! О, появилась! Появилась! Вот она, вот она. Сейчас мы, конечно же, сразу летим на базу. Первую сеть. 7 гиг, блять, убили, пока она появилась. У, нихуя себе. Фу. Хорошо. Берем терчика. Пойдем ее томить. Там вроде торпорта хера. Тик. Оп. Терчик с нами. Хилочки есть. Тик, идем вот сюда. Оп. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Нормально. Че это ты, свинка? Спать давно было? О. Так, она даже не подвинулась. Бионигига. Почти 2 миллиона хп, 600 урона. Это, блин, походу много. Так, посмотрим, что по торпору. А по торпору... Ох, девочка, у тебя дохуя торпор. Я могу тебя поднять, например? Не, не могу. Она какая-то застрявшая, или мне кажется? Нет, она проснулась. Здравствуйте. Я не хочу, чтобы ты меня кусала. Честно признаюсь. Вообще не хочу. Вот так я тебя буду. С воздуха. Подглядывать, сколько торпорчика. И хуярить, 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 хуярить. Так. На 600, почти 700 тысяч. Лимон 700, надо бочку делать. Оп. Есть. И спокойно притомим. Я думаю. Надеюсь, по крайней мере. И падает. Что-то я в тот раз, походу, не попал. О, хорош, хорош, хорош. Не ворчи. Мы тебя все равно притамим. Блин, что-то мне не нравится ее хп и мой торпор. Ау. 2000, не так уж и много. А сколько так я поднимаю? Тоже похоже примерно, да? А. 3200 было, да?
Чё-то нихуя я и так не поднимаю. Только бочкой нормально. Так, я не понял, почему у нее торпор падает. Не поднимается. Слушайте. Серьезно, не поднимается. Или поднимается? А, сейчас поднимается. Ничего не понял, конечно. Блин, у нее хп до хуя. Ой, нихуя. Торпора до хуя, а хп нихуя. Там торпора, блин, сколько? 12 лимонов. Я только 4 поднял, у нее почти пол хп нет. Это, конечно, нехорошо. Блин, надо было скрафтить одну штуку, походу. Все, падать начало. Я укусил, дальше поднимается. Я, значит, пару раз зря укусил, вообще зря. Так зря, что ух. Батя не простит за такое. Угу. Хотя, может, и справлюсь. Там на крополях, наверное, у нее останется. Так. Главное осторожно кусать, а то урон довольно, урон точнее довольно-то большой у меня. Торпор так себе поднимается. Ну как так себе? В плане 400 тысяч торпора за укусик, это довольно-то не так себе. Это довольно-то много. Так, не дрыгайся, не дрыгайся, мы тебя все равно притамим, дорогая. 7 лимонов уже подняли. Осталось совсем ничего, пятерочка. Так что, Гигуля, пятюню дашь мне? О, пизда там, этой штуке. Так, все. Мне, походу, зарано немножко, или запоздно, даже не знаю, что сказать. Блин, я хорошо ее покоцал. Не хочется, чтобы она пропала. Очень даже не хочется. Посмотрим, что там. Надеюсь, притомлю. Очень такой. Знаете. Так, ты попал, попал. Попал, попал, попал. Хорошо, не кусайся, я понял. Больно кусаешься. Так, еще поднимаемся. Так, вот сейчас кусик. Она начинает бежать от нас, походу. Да. Эй, я не хочу, чтобы ты туда убежала. Мне вон туда лучше. Так, что там по торпорику у тебя? Я вас понял. У вас торпорчик заканчивается, оказывается. Госпожа Гигушка. Что там? Что там? Блять, как крутится, а? Блин, торпор, торпор. Так, попал. Каждое падение торпора это лишний удар, блин. Так, блин, гига, блин, гига. Так, есть. 55 штук я ей дамажу. Да хуя. Блин, еще эта хуйня согрелась. Хорошо, вот так вот и стой. Так и стой. И не дергайся, блин. Мне осталось-то укусить тебя два целых раза. Может, три. Совсем молюсь. Малютка осталась. Не знаю, как я ее тут достану, но... Любой ценой, походу. Так, последний укусик. По идее. Блин, только не иди туда, в обезьяне. Блин, обезьяна мне не нравится, честно. Ай, блядь, вот так вот ее возьмем, сейчас закусаем до потери сознания, все. Так, пока Гигуля спит. Все, она уснула, эта обезьяна. Так. Птер, блин, хорош срать-то.
Садись. Так, мы залезли в нее. Так, половина этих даем. Тамится? Положите еду для приручения. Это же Use to tame Бьюнигига. Ну да, это. Прайм, что ли? Нет. Мне это уже элементы, что ли? Нет. Короче, она забаговалась немножко, походу. О, пошло что-то. Что-то пошло. Притомилась. Хорошая. Да, она сожрала эти. Ух, посмотрим, чего у нее под статами. Почти 3 лимона. Урончик и урон в ближнем бою. 1019. Нихуя себе, ребята. Так, мы сейчас, конечно, девочка, с тобой домой летим. Я об этом даже не сомневаюсь. Тебе сейчас оденем седлишко и посмотрим, сколько ты дамажишь. Обязательно это надо посмотреть. Обязательно. Желательно бы их еще испарить в этой серии. Так что я постараюсь сейчас понабирать артефактов. Они там, наверное, уже откатились. И притомить, и сразу спарить. И вырастить. Так как у нас есть бутылечек на сразу выращивание. И у меня есть гиги-седло. Самое мощное — это 111 брони. Это самое мощное. Лучше пока что особо не падает. Да и на эту гигу альфа типа вообще почти седло не падает. Так, пошли. Ну, ходит она так. Так, давай здесь. Эй, откройтесь ворота, пожалуйста. О, все, открылись. Вот, первый альфач. 34 тысячи кусает. Слушайте, а может и ничего. А по големам пониженный урон? Фига себе. Но с учетом ХП, урон 34 тысячи, если прокачать, это будет, блин, лучше, чем моя сейчас горилка. Этот лёлик. Это вообще сказка, слушайте. Осталось притомить еще одного. И будет вообще красотень. Пока что тут мы ее оставим. О, в ней элементы крафтятся. Нихуя. Огнестрел, тег. О, тековское оружие в ней крафтится. 10 элементов. Давай захуем беним. Вот, у нас есть тековое оружие. А что еще есть тут? Артефакты крафтятся. Слушайте, ребят. Вы же понимаете, что сейчас будет? Я возьму, накрафчу артефакты. И просто тупо пойду делать дело. О-о-о, мне это нравится. В общем, встретимся уже, когда буду их спаривать. Кстати, вот такая вот тег-пухалка. Она оказывается транквильная. Stun and Trank Ammo. Да. Типа, используй только у оглушения и стан... У меня наркоты. Сейчас наделаем этих патрончиков. Где у меня наркота? Наркота была где-то. Где-то была. Еще было элементов. Давай наебанем элементов. Где-то тут в каком-то из шкафов. Вот элементы. И сразу наделаем полную кучу. Ну, так нехерово, смотрю, делается. Ой, как нехерово. И поменяем на эту пику. А пика пока что, пусть полежит. Вот такая у нас пукалка на следующей гиге. Я включу, покажу, насколько она там будет торпор навешивать. Проверим. Я тут подумал, зачем заигрываться? Давай сразу две вызовем. Это была моя колоссальная ошибка. А не, сука, парочка появилась. Сейчас меня хуярить не хуже, блин, этой хардовой. Ну, я, конечно, бью лучше, чем хардовую. То есть, попробую, вдруг сразу появится две еще. Посмотрю, когда по статам что получше. И будем томить, конечно.
Так, приволокли мы вторую уже девушку. Она оказалась чуть хуже, чем наша. Сейчас возьмем седлишко. Вот любое напялим. И они сразу самец с самкой. Это не надо будет ничего там, блин, это... Как это сказать? Там писюны приклеивать и так далее. Вот тут вам 2800 хпшка и 1000 урона. Тут 2600 хпшка и 600 урона. Это очень мало. Я надеюсь выпадет яичко от вот этого. Кто оно? От женский, да. Давай тогда действие. Поведение, точнее. Небоментинг. И также тут их спарим. Давай спаривайтесь. Спаривается довольно-то быстро. Подождем, конечно. О, появилось яичко такое блестящее. Инкубация яйца. Слишком холодно. Хорошо. Тут у нас есть инкубатор. Инкубатор. Ну, он хотя бы, по крайней мере, был тут здесь. А где? А вон он есть. Уже хотел соврать, что он пропал. Деактивировать инкубатор. Не, нам этого не надо. Мы просто выбрасываем яичко. Хуя, оно огромное. Огромное яичко. Вот такое яйцо. Охуеть. Так, что там по инкубации? Инкубация будет полчаса. Так что, дорогие зрители, я буду ждать. А вы подождите микросекунду. Ну, осталось 30 секунд уже. Интересно, что вылупится. Но хотя бы, что вылупится, то мы уже знаем. Это точно будет Бьони Гига. Но статистики очень важны, что взяли бы самки. Кстати, зацените, какие текстуры хуёвые. Яйца. Вот этого, блин, ну склеено две части и как-то... Ну, недоработка такая, так скажем. Пока отсюда смотрел, не замечал. Потом проектор повернулся и ку-ку, ёпте. Так, сколько там? 3 секунды. Давай. Опа-на. Опа-на, пожалуйста, хорошие статы. Пожалуйста. Ну, блять, хпшка могла быть лучше, но урон зато хороший. Урон это хорошо. Это мужики. Ну, хорош, давай идем сюда. Вы ходите? Вы же должны ходить. Давай. Отлепитесь друг от друга, будьте добры. Ага. Это вот так сейчас называется, да? Ладно, один тут остается. А другой за мной. Там один на блуждание, а другой за мной. Давай, маленькие. Ну, не тормозите же, а. Сколько можно? Короче, они заглючили. Сейчас мы их вырастим. Телепортнем. Так. У нас тут есть, должно быть, вот такая вот стероиды. Два стероида сейчас возьмем. И в них запихуярим. Может, это... Нет, вы ни хера не отлепились, да? Погодите. А, не, хорошо. Так. Да, хпшка херовая, но урон зато хороший. Так, берем хуякт и другому также. Хуякт и сейчас на полбазы вырастет. Опа. Опа. Вот это поведение. Отключить блуждание. Давай за мной. Один и второй. Давайтесь. Не стесняемся, ребята. Вы что, все еще там? Господи ты мой. Кошмар какой-то. Кошмар. Сейчас мы вас исправим немножко. Я хочу посмотреть, сколько там у вас всего. Так, не та кнопка. Сейчас. Где-то вот на. Стой ты, блядь. А, ну так как они одинаковые, сейчас пизжусь, ладно, с этих,
И у нас, постойте, у нас мужик получается фигово, да? Это девочка. А здесь мужик. И у мужика фиговые статы. Значит, и от него надо будет избавиться, так как у нас два мужика. И я хочу спарить, наверное, еще с лучшими статами. Но я посмотрю, как оно будет эти работать. Честно говоря, нихера, она уже бодренько ходит. Кстати, эта бутылочка сразу дает привязанность 100%. И сразу, вот, как видите, выращивать. Ну вот, колобочек первый на вкус. 62 ебаных тысяч. Запахло фармом. Так, сколько? Вот это хорошо. Вот это качается. Я хочу больше. Я хочу 20 люмонов. А потом остальное все походу. Так, скорости у нее прилично хватает, походу. Все рушит. Так, по роботам немножко поменьше бьет, но это очень даже неплохо все равно. Так, я что-то тут туплю. Отхилиться надо было. Вдруг я там укусил его не так. Так, тут еще XP баночки упали. Блин, куда влить? Все урон, походу. И больше никуда, только в урон. Кстати, пока что привязанность показывает 0, но на самом деле она 100%. Потом все разглючится и будет все работать во всю Ивановскую. Так, посмотрим. Мы чутка тут прокачали. Сейчас укусик сделаем. 139 уже тысяч. Уже 139 тысяч. Это, бля, сейчас. Она хороших 200 будет, может больше даже. Кстати, все еще привязанность не показывается. Но мы можем попробовать такую штуку, как динотрекер уплодение. Все, нету гиги. Нету, представляете? И тогда вот так. Опа, она высылается в облако какое-то. И вот, привязана 100%. Вот так вот. И тогда все глюки отглюкиваются. В общем, как-то так, блин. Так, пьем еще, давай еще побегаем. Я хочу очень сильно потопать на ней. И я просто тупо напрямиком пойду в зиму. Просто пойду в зимку, там убивать Prime Gig. Если я появится мне это Armored Giga не в кадре, как я частенько, я просто беру, придумываю, вот, например, что я буду сегодня делать, и даю этому часика 2-3, и чисто и делаю только это, ищу и так далее. То вот, как бы, если появится не в кадре, я ее притомлю, и это как бы часть притомления, я думаю, вкину на другую серию. Так что вот так вот она у нас кусает. Прекрасная гига. Просто очень прекрасная. Прекрасно-препрекрасная. Тек. Тут ее прокачать надо было бы. И будет вообще красотища. Давай, полетели мы домой. Сейчас я... вклеим, конечно. Вклеим наши имена новых этих животных. И назову следующих претендентов на следующую серию. Кого уже называть. Так что вот мои самые пользуемые будет животные вот тут вот стоять. Ты по чуть-чуть. Не, ну она очень даже. Очень. 20 лимонов даже. А, ну я ее не могу, да? Кстати, это хорошая идея. Там мужиком надо избавиться. Зачем нам столько мужиков? Одного хорошего выращенного мы, конечно, оставим. Ой, извиняюсь. Оставим хорошего выращенного. Где все кусты, блин? Ни одного нет куста. Ладно. Так уж и быть. Волокно возьмем. Возьмем волокно и сделаем suicide potion. Пойдем убивать того мужика, который точно на самом деле очень слабый. Нам хорошо перешел урон. Это просто сказочка. Сказочка. Дик. И главное самому не сожрать. Все. Прощай. Больше тебя не будет.
День, спиздим вот с этой вот седлишка сейчас тоже. На 111. И куда-нибудь ее припарковать-то надо. Она такая огромная, оказывается. А, ну ладно, я эту оставлю, а ту припарковать. Не, наоборот. Ну, в общем, я потом. Сейчас пойду, возьму имена и вклеим. Так, и первым на очереди у нас будет Прайм Тилакалео, сумчатый лев, и ему имя дали. Так, действие изменить имя, это будет Симба. Тек, вот этого, так, во-во. До какого хера эта хуйня сохраняется? Тогда у нас пойдет Enforcer. И Enforcer... Откуда у тебя элемент, дорогой? Ты чё, все... А, я же его томил, наверное. Так, ладно. Изменить имя, и у него будет Чужой. Вот такое вот имя. Ну ладно, эти все штуки все остаются. Я хз, что делать. Чужой. Следующий у нас будет Пегас. И там у нас Пегас. Так, здесь изменить имя. Так. Опа. Синякрыл. Заебали эти героглифы какие-то вставляются. Так, Синякрыл. Синякрыл. И еще у нас Птерчик. Птерчик у нас будет... Птерчик у нас будет Усыпляка. Вот такая вот Усыпляка. И в конце концов, конечно, у нас вот такой вот мег, которого томили в прошлой серии. Такой огромнейший. Он необычно огромный. Более чем обычный. Просто спидранер, блин, там. У него скорость бешеная. И имя его будет Машина Переросток. Только вот сейчас изменить имя. Машина Переросток. Вот так вот. Все. Назвали всех. И также на следующую серию хочу услышать нашим близняшкам. Вот этим двум гигам имена. Тогда вот, не знаю, пингвин еще остался вроде. И придумайте сами кому. Просто тут еще у нас без названий, если я не сомневаюсь. А у нас пусть... Ай, Мантикора и Пингвин. Так что вот. Еще вот такие вот. Две близняшки Гиги. Рок Дрейк можно. Пингвин и Мантикора. Вот таким вот животным придумайте имена. И конечно же, как всегда, под видео комментарий спишем, какое животное мне притомить на следующую серию. Я буду внимательно читать и ждать их. Так что всем пока и до следующей серии.